Йоу-йоу-йоу, привет, с вами ваше любимое шоу Герасим Шоу, ваш любимый ведущий Герман Клобоза. Пока мы не начали, не забудь подписаться, поставить лайк, ну и комментик оставить, это самое главное. А мы начинаем недельную новостью. Бля, что происходит? Только ты что делаешь? Что ты хочешь, блядь, на кругу дрифтануть, ёпта? Не надо! Это только я могу, да? Ой, бля, ой, ёбаный в рот! Ой, это было так близко! Ой, ты кашкай заебал уже! Всем привет еще раз. Как вы знаете, я неделю назад вернулся на канал и уже за неделю выпустил где-то 3 или 4 ролика, не помню, 3, на танки и на новую игру Cuisine Royale. Смотрю, анализирую, как что, но только заходится пока танки. Влог, даже влог не заходит. Вот. Я буду покуривать. Вот, я понял, что нужен взрослый контент. Вот. Расскажу, что произошло за неделю. За неделю произошло то, что я болел, и как вы видели, вторник, четверг ролики не выходили, да, и это по причине того, что я болел, и я как-то выкладывал, как я себя чувствовал, лучше, плохо. А вот, как вы видите, танки заходят, но заходят только людям, которые не на канале, как я понял, смотрят с каких-то других ссылок, вот. Что будет дальше? Обзор на мой iPhone, ой, на iPhone, вот какой iPhone, на свой Oppo я сделаю на этой неделе, это точно. А скоро придет мне классная посылочка, я тоже сделаю об этом обзор, что мне придет. Мне придет новый микрофон и еще придет клавиатура, мышка и флешка. Вот, и это мне, можно сказать, типа даром. Я, можно сказать, получу только микрофон, просто заказал микрофон, а все остальные плюшки мы подарили, потому что я сказал, типа, ребят, тебе тренер, они такие, о, мы тебе подарочки делаем, чтобы зарекламировать себя, я такой, ну ок, давайте. И, может быть, скоро, ребят, будет конкурс на моем канале. Конкурс будет очень простой, я еще продумываю этот способ, я думаю, будет такой, пока не рассказываю какой. Вот, и у нас будет очень много призов, у нас будет где-то 10 призов, это в денежном количестве будут призы, а потом у нас будут призы в виде фанка-поп, да, и призы, я думаю, на клавиатуру и мышь, которую мне придет, ну посмотрим пока. Вот флешку не отдаю, потому что мне нужна и у меня флешка. Вот, я когда все, извините, погибал свои флешки. Ужасно. Вот. А какой контент я хочу замутить? Я сейчас хочу посидеть в КС-очке, посмотреть, как это будет. Только я не знаю, как записывать КС, в том смысле, в каком формате. Просто записывать свои соревновательные эти, но это никому не нужно. Нужны всем смешные моменты больше в КС-ке. Вот. А хотел постримить Call of Duty Warzone. Королевская битва, которая сейчас скоро выйдет. Ну, уже вышла, да, она уже вышла неделю назад, неделю. Уже там миллион участников, только у меня проблема с компом. Не даже не с компом, а с игрой, потому что она вылетает. Какие-то баги у создателей Call of Duty. Call of Duty, если вы смотрите, можете уже баг исправить, а то ужас, задолбался. Я его справлял сам, в конце концов, даже прокручивал свою видеокарту, разгонял ее и ничего, ни хрена, я думал, что что-то вам в моем компьютере, оказывается, нет. Что-то в игре. Вот. Что еще? Сейчас еще на этой неделе встречался с другом Максимом. Я вот иногда думаю, когда я езжу с Максимом, я сдохну скоро. Ой, сердечный приступ будет, нахуй.
Просто когда он, как он ездит, это пиздец, смотрите, блядь. А, я закрою глаза, нахуй, блядь, Макс, блядь. Сука. Если знаете, у меня есть ролики, это они будут внизу, если что, под описанием, если хотите посмотреть. Там у нас ролик про дрифт, как я ездил на своей первой тачке Duster. Потом у нас есть видео про Аленку, как мы смеемся над рекламой Вулкан. Вот. Где-то у меня еще были ролики, но я вниз выложил. Я с ним сегодня, вчера катался на мини-купере. Да, ну, собственно, значит, на тесте мини-кантримен GCV 20-го года, свежего, 306 сил. А, на тесте 20-го года, 2 литра турбо, да. Блять, патронусы! Джон Вордс, Countryman. Просто посмотрите, получилось смешно. Ой, блять! Я вот врал! 160! Ой, бля, Максим, ебаный в рот! Наверка тормозов. Блять! Ой, блять! Ох, ебать! Я чувствую, видео назову, блядь, чуть не блеванул, нахуй, так называю, меня Купер блеванул. Ну же говорю, там можно бы чуть-чуть использовать. А это такой, блядь, ну я типа свежий. Не, у меня на грине вообще еду. А, на грине? Блядь. Вот, по поводу коллекции моей фигуры хочу, может быть, рассказать, может нет, но сейчас я в этот блок впилил такую монтажку, чтобы зайдет, не зайдет, вообще, чтобы увидели мое количество. Вообще, сейчас на данный момент мое количество 44 фигурки Funko Pop, но это мало, у кого-то вообще больше, у блогеров, там, как Куюбай, у него там вообще целая, блин, полка, целая комната в этих фигурках. Вот у меня пока только стеллаж, а тут еще делают, я думаю, что в следующем обзоре влоге я тут все уберу, потому что на заднем фоне очень все хреново, а какие-нибудь фигурки поставлю, чтобы они стояли и было прикольно снимать. Я думаю, я буду снимать только здесь, это такой диван обзоров, диван влогов и всего вот этого. Вот, и я думаю, мы еще будем с кем-то это в дальнейшем, если все получится, с кем-то, кого-то будут приглашать в гости, будут с ним общаться на какие-то разные темы. Вот. И я думаю, это все. Вот. Пишите свои пожелания, что вы хотите увидеть на канале. Стримы пока еще, я думаю, не буду делать, потому что пока не надо. Вот. Скоро, я думаю, точно в следующем видео, которое будет на канале, я выложу там ссылочку в Discord, сделаем канал в Discord, где вы сможете пообщаться. Потому что Skype уже это старая хренотень, которая уже ушла, потому что я уже забыл даже логин и пароль своего Skype. Вот, Discord самый лучший, что может быть. Если вы не знаете, как сказать, Discord, ссылочка будет внизу под описанием, я его поставлю, чтобы скачали. И ссылочку на канал, я думаю, будет на следующем ролике, или я, может быть, сейчас, когда буду монтировать ролик, тоже уже сделаю канал. Ну, вы посмотрите внизу, если есть, то заходите, подписывайтесь. Если нет, то в следующем видео заходите. Я же, как обычно, ленивая задница, которая снимает ролики просто так, для себя. Вот. И кальян курю. Вот. Что еще? Курить не надо. Курить плохо. Кальян можно пару раз. Вот. И пить тоже пару раз можно. Но тоже нельзя. Употреблять алкоголем тоже нельзя. Вот. Ладно. Я думаю, я пойду делать видеоролики дальше. Каждую неделю, я думаю, буду выкладывать влог, чтобы говорить, что у меня такое в жизни, что как. Вот. Вот такие дела. С вами был я, Герман Колобоза. Ваше любимое шоу Герасим Шоу. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И не забывайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики, а то уже вернулся, надо подтягиваться. Вот. Все.